Снег начался раньше, чем в квартиры жителей региона поступило тепло. В течение той недели ивановское правительство рекомендовало муниципалитетам начать пуск тепла. Не справились с заданием Тейково, Палехский и Фурмановский районы. Ситуация парадоксальная. При стопроцентной технической готовности не готовы оказались чиновники на местах. Они не сумели быстро сориентироваться и дать соответствующие распоряжения по организации пуска тепла. Тейково, потому что это просто неожиданно и необъяснимо, мы будем в этом отдельно разбираться, потому что даже сегодня при всех рапортах о том, что там уже как бы в основном все запущено, остаются и жилые дома, и социальные объекты, на которые еще требуется 2-3 дня, чтобы пришло тепло. Это недопустимо ни в каких рамках, и мы просто будем внимательно разбираться, почему такая ситуация в Тейкове допущена.